Не только количество квадратных метров, но и качество среды должно стать приоритетом в развитии строительной отрасли. Города в будущем перейдут на комплексную застройку. Причем относится это не только к социальной инфраструктуре, считают эксперты. Это значит, что нам в ближайшее время предстоит качественно пересмотреть подход к развитию регионов, прежде всего с точки зрения строительства. Должны появляться высокотехнологичные рабочие места, людям должно быть комфортно жить в том городе, где они родились, они должны иметь там работу, их дети должны ходить там в школу, они должны создавать семьи, отдыхать и учиться. А сегодня эту задачу только предстоит решить в масштабах России. Сегодня в Новосибирске прошел масштабный форум. На нем собрались строители двух округов – Сибирского и Дальневосточного. Участвует в форуме первый заместитель министра федерального Минстроя. Сегодня он заявил, что в Госдуму скоро поступит измененный законопроект о долевом строительстве. Одно из новшеств – создание специального фонда поддержки обманутых инвесторов. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!